Кукусики, кукусики, кукусики. Так, я до этого уже выходил в эфир с тортиками, с двумя кусочками тортика, точнее, да. Все сожрал, да, старался, записывал. А в итоге, к сожалению, каким-то образом, я не знаю, стрим не сохранился. То есть его, в принципе, блядь, вообще нет. Не знаю, как это возможно, но это факт. Потому что такая хуйня могла произойти только со мной, блядь, только со мной. Поэтому я решил, что запишу лучше видео, да, разъебу себе желудок, блядь, все ради вас, блядь, разъеб устрой сегодня полный. Купил такие пироженки, надеюсь, они вкусные, надеюсь они в меня влезут, и я смогу хотя бы кусочек съесть, да. Так, как господи. Превьюшка, превьюшка. Еще пока я доставал все это. Господи, залетели комары. Ой, ну чё, также я буду пить энерджетик. Энерджетик. Давайте глотну. За вас. Я долбоёб. Ну, как бы я не знал, что я все-таки решу записать видео. Это уже ко мне прозрение пришло позже, уже в магазине. Вот. Поэтому я вилку выкинул. Поэтому придется жрать руками. Руками, ручками, руками. Так, надо как следует тщательно, да, протереть. 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 Так, я же записываю. Господи. Лишь бы не заляпаться, да? Так, не знаю. С какого начать? Давайте с этого, с крайнего. Господи, это будет грязный мукбанг. Ну, как вы любите, да? Ой, господи. Мне кажется, сегодня я сожрал столько сладкого, что просто сахар ударил в голову. Плюс еще и энерджетик. Всем тем, кто будет трапезничать вместе со мной, муж Олсун, а остальным приятного просмотра. Неплохо, кстати. Пироженки такие легкие, на удивление. То есть они не жирные, не маслянистые, хотя с виду как бы они кажутся что-то прям такие. Прям, знаете, как из Советского Союза такие пироженки маслянистые, которые невозможно есть. Хотя есть люди, кстати, которые любят такие пироженки. Прям, чтобы было там дохуя масла. Так. Я не знаю, как такое возможно. Кто-нибудь сталкивался с такой хуйней? То есть я реально, ну, блядь, у меня же не шиза, блядь, хотя я ничего не исключаю. Ну, я реально был в эфире, я помню, даже как бы проверял сеть, все было оки-доки, а в итоге, блядь, стрима нет. Алло, здрасте, да, приехали, как говорится, блядь, пиздец. Это, конечно, меня расстроило, но я бахнул энергетика, и настроение как бы поднялось. Поднялось. Надеюсь, как бы мне удастся загрузить видео сегодня. Но я постараюсь. Вот. Блять. Я вот боюсь, что... Может, у меня с каналом какая-то хуйня. Может, у меня какие-то ограничения или что. Потому что... Ну, у меня больше нет никаких объяснений. Ну, как... Я просто... Я не знаю, что думать, блять. Блять. Сколько раз я сегодня сказал уже, блять? Кто-нибудь посчитал, блядь?
А там у меня были, знаете, такие вкусняшки, мои любимые. Там у меня был мой любимый фисташковый чизкейк. Был ультра-ультра сладкий мукбанг, просто, знаешь, знаете, чтоб попа слиплась. Я ел сладкое и запивал сладким молочным коктейлем клубничным. Обидно, конечно, что это куда-то делось все. Не знаю куда. Но ничего. Хотя, в принципе, я сейчас тоже ем сладко и запиваю сладким, блядь, пиздец. Мне кажется, на сегодня я уже набрал, не знаю сколько, 10 кг, если не больше. Потому что там я съел вообще 2 больших куска. Вот реально. Чизкейк фисташковый, мой любимый. Еще торт. Черная смородина. Он был прям мутантский кусок. Прям вот реально огромный. Я главное все сожрал, чтобы ничего не осталось, понимаете, блядь, пиздец. Ну, тут, конечно, я не буду, как бы, да. А то иначе реально пизда. И да, кстати, пока не забыл, всех выпускников поздравляю, да. Вы большие молодцы, да. Желаю вам успехов. Пусть все двери всегда перед вами будут открыты. Желаю вам найти себя, да, и чтобы ваша будущая, дальнейшая профессия воплотилась в работу, которая бы вас радовала, то есть, чтобы вы не жалели о потраченном времени на получение диплома, да, вот, чтобы ваша будущая профессия была вам в кайф, вот, это, я считаю, самое главное. Ой, господи, как душно, блядь, сейчас сдохну. Ладно. Может, мороженку съесть? Может, мороженку съесть хотя бы? Блядь, надо пойти, открыть. Ладно, давайте подождите, я сейчас... Блядь, я уже заебал всех, мне кажется. И писечек, и сисечек, и вас заебал, всех заебал. Моя профессия, мое любимое дело, заебывать всех. А какое ваше? О, слышите, птички поют. Птички поют. Блять. Спасибо. Кстати, вот и мороженка. Если что, как бы настоятельно рекомендую. Это как бы самое вкусное сливочное мороженое в моей жизни. Вот реально. Это очень вкусно. Я в шоке. Я в электрошоке. Блять. Господи. Короче. Блять. Рекомендую. Как он называется? Станция молочная. Приехали. Ой, ну что, давайте полижем, пососем немножечко, да, как говорится. Кстати, а вы когда едите мороженое, вы лижете или сосете? Или и то, и другое? Я и то, и другое. Самый вкусный стаканчик, вот реально. Странно, что оно не растаяло. Мистика какая-то, блядь.
Я специально не вытираю, чтобы у моих хейтерюш, у моих недоброжелателей, чтобы бомбило. Хочется вообще вот так вот сделать. Лаззат, беллисма перфекто, оргазмико, да бе-бе-бе-бе. Это отвал всего. Блять. Мне кажется, я... У меня будет передозировка сахара. Сахаром, или как там, блять, это называется. Мне кажется, ну уже видно, да, что у меня что-то это... Пережрал сладкого. Ну реально пиздец, представляете, два куска торта, блядь. Еще пироженку съел отсюда. Мороженка, блядь. Еще молочный коктейль, ёбаный в рот, я совсем забыл, клубничный. И сейчас энерджетик. Ну разве это не разъеб? Я считаю, это разъеб. Я считаю, это полный разъеб. А вы? Просто знаете, истинный сладкоежка. Вот истинный сладкоежка, это я. Кстати, вы любите сладкие мукбанги? Вы смотрите? Среди вас есть сладкоежки или нет? Только честно. Только честно. Только честно, блядь. Я вот сладкоежка, но сладкие мукбанги у меня... Я даже не помню, когда последний раз был сладкий мукбанг. Хотя я обожаю сладкое. Ой. Надеюсь, вы не торчите дома. И надеюсь, у вас тоже как бы хорошая погода, да? Уже вайп летний, да? Самое главное. Я весь липкий. Пиздец. Сегодня точно уже ничего не буду есть. Я через 5 минут. А, блин, а есть что-нибудь еще? Хотя у меня, конечно, есть еще. Три пироженки. Три пироженки. Да. Трэш. Вот будет прикол, если сейчас звук не записался. Это будет знак свыше, что харе мне, что мне надо завязывать с этими мукбангами. Как мне говорит один мой знакомый. Хотя ладно, не буду. Не буду. Не буду. Не буду. Ой, блядь. Не повторяйте. Это опасно для жизни. Реально. Сожрать столько сладкого за такой короткий промежуток времени. Ну, это пиздец. Это реально пиздец.
Господи, спаси, сохрани. Надеюсь, у меня, я вспомнил, не будет, не случится сахарной комы, или как там говорится. По-моему, сахарная кома. Ну, короче, блядь, как-то там это, есть какой-то термин. Ну, реально, знаете, настроение поднимается и штырит. Не по-детски. Вот реально. Штырит не по-детски. Теперь надо все это дело выцелить. А то я злюсь. Огромное спасибо, что присоединились ко мне, составили мне компанию. Берегите себя, своих близких. Вот. Живите, кайфуйте, сквиртуйте, наслаждайтесь каждым мгновением и цените жизнь вообще, да, в принципе. Вот, конечно же, желаю вам оргазмических выходных еще. Все, пока-пока, до новых встреч. А на море белый сосок, дует теплый ветер в песок.